Здравствуйте, мои дорогие девочки. Сегодня девочки, так как будут примерки. Мы идем в Holland M. Я взяла вот эту майку чисто для того, чтобы померить другие вещи. Я люблю, когда они свободные, но эта майка такая прорезиненная, так что она была довольно-таки облегающая. Вот смотрите, какой пиджак я нашла. Не обращайте вообще внимания на размеры. В последние несколько лет я поняла, что размеры многие не соответствуют указанным. Поэтому я уже ориентируюсь визуально на глаз, выбираю вещи, которые предполагаю, что они мне подойдут. В крайнем случае поменяете. И вот такие вот льняные штаны предлагаются к этому жакету. Они висели вместе. Поэтому я решила это примерить. И сейчас вы посмотрите, как это смотрится вместе. Мне показалось, что брюки имеют какой-то другой оттенок. Для ориентировки я вам скажу, что ношу я 38 немецкий размер. Рост у меня 164 сантиметра. Поэтому вы видите, какое разнообразие размеров, и, в общем-то, на 38 это все. Вот смотрите, мне кажется, штаны немножко другого размера. Конечно, обувь тут надо поменять. Вверх я люблю, чтобы был такой оверсайз. Можно было взять на размер меньше, но он тогда будет, конечно, поуже. Ну, вот так это выглядит с босоножками или даже со шлепками. Я могу себе представить этот летний костюм. Теперь в черном варианте показываю вам тоже льняной ансамбль, так сказать. Я отдельно взяла пиджак и к нему нашла совершенно в другом месте такие же льняные, подходящие, на мой взгляд, к этому пиджаку брюки. Брюки укороченные и довольно широкие. И сейчас вы увидите, как это смотрится вместе. На размеры не обращайте внимания, свои параметры я вам уже сказала. Я уже давно поняла, что надо выбирать, так, все мерить, в общем, не, на размер не смотреть особенно. Вот такие вот широкие штаны. Очень неплохие, я всегда на лето беру, сейчас и присматриваюсь тоже к этим штанам. Их я не купила, но они мне понравились. И вот справа вы видите, как это выглядит с жакетом, все вместе. Очень неплохой вариант, на мой взгляд, такого летнего костюма. Его можно носить совершенно с разными вещами, разному комбинировать с открытой и закрытой обувью. И внутри можно поменять рубашку на топ или футболку, и все это будет смотреться по-разному. Разные сумки, разная бижутерия, и костюм будет играть совершенно разным звучанием. Меня рука потянулась к своей сумке, потому что я стою в футболке такого же цвета, и просто оно подходит так, для примера получилось. Я вообще не сторонник того, чтобы подбирать что-то под что-то уж очень тщательно. Мне нравятся, например, разные оттенки одного цвета, не обязательно, чтобы они были вместе, но вот так вот решила вам показать. А это моя находка. Я, как вы помните, ношу 38 размер. Посмотрите, какой размер здесь. Но я сразу поняла, что эти штаны мне надо обязательно примерить. И я их купила, потому что я обожаю такой крой. Это короткая морковка. Они очень узкие внизу, они широкие наверху. Их можно регулировать ремнем. У них такая плотная, приятная ткань. Они темно-синие, не черные, но к ним я взяла вот такой черный пиджак померить. Что-то я не посмотрела, что это 38 размер, хотя понятно было, что он очень сильно приталенный и он маломерит. И так оно и получилось. В общем, пиджак сам по себе довольно симпатичный. В принципе, можно его с чем-то другим надеть, так что надо приходить и все мерить. Очень много вещей из льна в мужском отделе. Разные красивые пола. В общем, новая коллекция меня прям порадовала. Очень симпатичные разные оттенки льна. Но мы идем в Family, так как времени у меня было мало. И вот такая вот парка встречает меня прямо у входа. Это размер 38. Опять я подзабыла, что в этом магазине 95% сильно маломерит.
Но вещи качественные, и если туда так время от времени заглядывать, можно найти какие-нибудь очень симпатичные, интересные вещи. То есть мне надо было с моим размером брать здесь размер 42-44, то есть гораздо большего размера. А вниз поддета такая тоненькая курточка с капюшоном. Я думаю, что она снимается, и эта парка носится отдельно, а так она как бы утепленная. В общем, мне она понравилась, она очень симпатично выглядит. Рукава длинные, сзади вот, вот так вот она с поясом. И смотрите, немножко такая разность цветов и фактур. Очень симпатично это все выглядит. А насчет размеров я вам хочу сказать, что очень странно. Здесь размер 36-38. Очень многие блузки имеют невероятно узкий рукав. Просто я не знаю, на кого это сделано. Я не отличаюсь жирными руками, но ну, совсем узкие. И узкие у штанов места, где щиколотка, просто иногда бывают безумно узкими. Я не знаю, на кого сделаны такие вещи, потому что бедра довольно широкие. Вот такую сумку и блузку я вам показываю, но мерить даже не буду, потому что такая же абсолютно картина, как и предыдущие блузки. Это худи, довольно симпатичная, тоже я бы взяла размера на 3-4 больше, потому что она так лучше смотрится, она какая-то коротковатая, мне кажется. Эта блузка мне очень понравилась. Это размер 36-38. Тем не менее, она хорошо села. А у меня уже есть несколько вещей оттуда из вот такого плана вискозы. Это абсолютно плотная и тонкая вискоза. И очень хорошего качества. Она прекрасно выглядит, стирается. Так что вот такие вещи можете спокойно там покупать. Они очень хорошо себя ведут в эксплуатации, так сказать. Главное, чтобы она сидела хорошо. Ну, для этого надо туда пойти и мерить. Потому что купить свой размер, прийти домой и потом удивиться, что он вам мал, будет неприятно. Лучше это делать прямо сразу в магазине, чтобы избежать лишних походов. Новые сережки. Это Эдельшталь. Черные, двухсторонние, как я хотела. Наконец-то я такие нашла. Это мои новые очки. Я любитель очков. У меня их очень много. Но я их еще ни разу не надевала. Эту сумку получила на день рождения. Мужская, большая сумка. Прекрасная. В общем, я ей очень довольна. А это значки с выставки, у меня их несколько штук, и я их даже буду носить. На этом я с вами прощаюсь, девочки, всех вас обнимаю и целую, до новых встреч. С вами была Наташа, пока!